Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал Играю, и мы продолжаем проходить эту забавную урбанистическую страшную игру со страшной камерой Lithium Inmate 39. Пойдемте же уже наконец. Я немножко продвинулся вперед и не показал вам пару локаций, но и не покажу. Не из-за того, что я такой вредный, нет, потому что игра в очередной раз забаговала все нахрен мне. Так как я записывал серию, она не записалась. Я ее закрыл Alt F4, потом я открыл, и у меня ни одного сохранения не было. Была только кнопка Continue, продолжить, которая работала. Слава богу! Если бы она не работала, я просто плюнул бы нахер и ее не проходил бы заново. Потому что настолько упоротой игры я еще не видел. Так ты хорош стрелять-то, а? Эй-эй-эй, давай. Ай, руки попали, в меня все-таки попала, сука, пуля. Шальная. Так, ключ есть? Ключ. О, я в другом месте. Это я немножко вперед ушел. Мне нужно забрать ключ, который я забыл сзади в прошлый раз. И, ну, как бы ничего страшного на самом деле. Я его забыл, но я его вот сейчас свернул. Так, здесь у нас ток, который я могу не перепрыгнуть. Так, ну я перепрыгнул. Так, ключ. Ключ здесь. Здесь меня убили. Сейчас я посмотрю. Ага. Тихо, не стреляй, не убивай меня. Все хорошо. Вот ключ. Там без ключа не пройдешь. Там у нас руки, ноги, голова, люди, головы отрывающие. Так что лучше туда не лезть. Так, здесь у нас что? Докуда вылетит пуля-то? Да хорош, хорош, хорош. Стрелять там громко очень. Да я подобрал! Это просто чудо какое-то. Вот сейчас было вторжение в жизнь мою, бога, я не знаю, потому что прям над головой просвистело. Сейчас вот я не перепрыгну, и будет жопа, конечно. Слава богу, слава богу! Дважды вмешался. Ну, пожалуйста, сделай это еще раз, потому что здесь тоже как бы сложновато переходить. Понеслась. Ать! Так, ключ, твою мать. Ключ куда всунуть? Ребят, а, вот. Сейчас мы сделаем все по красоте. Иди сюда. Давай, превращайся. Отлично, берем время. Время, говорю. Они реагируют только... Ого! Хераси! А, все, минута пошла. Бери. Бери нахуй. Ох, а почему ты не рубишься? Ни хера себе, ты чё, тварь? Бей её! Бей, еще там одна была дрянь. Блять, вот эта камера. О! Я не знаю, как это происходит, но это, видимо, случайно как-то все это генерится, шмениерится, не знаю. Тут ключ и все. Блять, тут тоже камера настолько тупая, упоротая, что я вверх, вниз, вниз, вверх. Это вообще пипец полный. Вот в этой игре камера — это слабое место настолько, что просто даже графика считается здесь элитной по сравнению с тем, какая тут камера упорота. Как мне отсюда выйти? Я за всех убил. Алло, товарищи, я всех убил. Все, давай, пилы меня не убивают, кстати. Так, масленка у меня нормальная, пошли, дружок. Твой брат сатана уже все сделал за тебя. Так, идемте сюда. Надеюсь, там меня ничего не убьет. Я сильно на это надеюсь. А тут уже можно пройти нахер. Стол двигай. О, слава богу. Так, ключ где-то здесь. Вот он, ключ. А дверь я не видел. Дверь откуда?
Вернее, куда дверь? Где она? Блять, эти звуки пил, это нечто особенное вообще. Вот почему нельзя было звук нормальной пилы взять? Он бы не так сильно раздражал, как это говно, которое здесь звучит. Где дверь? Дверь где? Господа. Господа разработчики, где нахуй дверь? Вы издеваетесь, я должен назад теперь идти опять. Там нет дверей. Там очень мало места для того. Так, подождите, там нет дверей. Ну как? Так, как же быть-то? Обратно идти? Ну-ка. Блять, я ебать, ну я ключ, я думаю, уже не потеряю в любом случае. Ну да. Это самое главное. Ну-ка, пошли. Дверь где-то здесь, что ли, опять? Опять здесь, опять ток. Опять эти. Ну, конечно. Да, теперь я не пойду. Не смогу пройти эти ебаные токи, хуёки. Тихо. Так, стопэ. Вот это что ли? Да ладно. Тут я прям попал так четко. Фига себе. Так, ладно. Масленка. Не надо меня задерживать. Так, здесь кровяшка. Тут я, кстати, не был уже. Все. То есть я здесь с вами играю уже прям так, как будто вы не играли, и я как будто бы не играл. Все нормально. Так, что тут у нас? Камера, ты будешь переключаться туда, тварь? Я думал, я здесь уже должен пробежать, а нет. Камера, ты чё? А, вон. Охренеть. Оп! Отлично. Так, это что такое? О, здоров. Надо прыгнуть и пригнуться. Точно. Вот это да. Вот это поворот. А я-то думал на всё-ка... На всё... Тихо. Не надо меня пугать. Так, всё, да? Заходим сюда. Тут у нас что? Тут он... Ой! Что это за говно? Тихо, ублюдок. Пугает он меня. Ты посмотри. Кусок текстуры. Не надо меня пугать. Не такое видели. Так. Ладно. Так, тут у нас что? Дверь, ключ? Ага. Нужен ключ, конечно. Кто бы сомневался. Собойдем вокруг. Так, ну ладно, значит, нам надо туда. Та-да-та-да-дай. Ой, висит какая-то лабудинь, я ее не видел. Так, подожди. Не иди так быстро. Я понимаю, что ты хочешь вырваться отсюда, но... А, ну здесь-то элементарно. Стопэ, я отсюда пришел. Да я уверен в этом. Или нет? Нет. Похоже, что ли? Такая же дверь, такая же хрень. А, не, все правильно. Все правильно. Тихо, да ебать. Вот камера, ты лешая. Ты реально лешая камера. Кстати, это колесо меня за всю игру ни разу не убило. Вот эта вот фреза ни разу. Вот много чего убивало, много от чего я умирал, но только не это. Ух ты, сердечко какое-то. Тут что у нас будет? Босс очередной? О-о-о! Вижу тебя, бледина. И там у нас ящик. Ключа у меня нет. Сердце. Ну-ка, пойдем. Так, а там их что, двое? А, там вон толпа целая. Ни хрена себе. И? А там что, ключ? Ключ от чего? Вы что? Пацаны, вы что? У меня нет ключа. Ой. Ой! Твою мать, они стоят в темноте, я их не вижу. Идем.
Так, где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. Шкаф, 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 шкаф. Вот шкаф. Так, сейчас поймем. Сейчас нам надо будет бежать туда, хватаем меч. Начинаем колбасить. Так, а сердце? Стопы. Ладно, давай, понеслась. Время там где-то прямо по курсу. Сейчас найдем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, да блять. Да ты уебанись. Во. На тебе. И без, и без всякого говна. На. Голову отрывает. Класс. Тихо-тихо-тихо. Да хорош орать. Время идет. Все? Вы ублюдки. Где вы все? Да блять. Камера, да иди нахуй, ребят. Ну, это можно было уже несколько разных убийств сделать. Вы как-то, блин, это... Да ну, ё-моё. Да ё-моё. Камера грёбаная. Вы всё? Всех я убил? Вроде всех. Отлично, давай возьмем нож. Хыч! Ещё 30 секунд ходить. На тебе. Никого нет, вот никого. Я их голыми руками. Вот, вот урод, а? Ну вот урод. Пойдет на превьюшку, я думаю, если ничего я не встречу до конца этой серии. Класс. Вот с очередной комнатой мы справились. Прекрасненько. Поматерившись вдоволь, ну, справились. Цель есть, значит, надо идти к ней. Вот и все. Цель у нас пройти это говно, забыть как страшный сон. И загрузить видосы на YouTube, показать всем, насколько это все ужасно, чтобы люди, добрые товарищи, просто тупо в нее не играли. Иди в жопу, в жопу, в жопу, ёб. Вот, просто не играли и все. Спокойно сейчас. Двери где-то здесь, в коридоре. Вот они, за этой. Вот здесь. Вот здесь, говорю. Где-то здесь. Вот они. Ага, пошли, пошли. Ух ты. Это что такое? Какие-то... Блин, нахрена столько... комнат, которые в принципе нафиг не нужны. Вот еще одна. Хорошо, что я в нее завернул. Может, они для этого и нужны, чтобы заворачивать от уколов в ухо. Тихо, тихо. Подожди. Разнообразить бы вас. Вы как-то уже надоели эти уколы. Так, опять ток. Ненавижу ток. Тут ничего нет вообще, нигде ни черта нет. Ну, два раза профукав нужные места, завернуть надо теперь во все. Везде. Так, предупреждение, я понял, да? Тут какое-то... Так, подождите. Ты почему здесь не можешь сохраниться? Ты мне скажи, игра. Почему ты здесь не можешь сохраниться? Почему камера не показывает туда, куда я должен прыгать? Я не хочу туда заходить, в эту ебаную комнату. Ключ у меня есть. Что еще мне здесь надо? Нахуй. Идем. Пошли. Открывай, твою мать. Все? Это что такое? Бумажечка. Так. История... Да-д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 а. Ну, хорошо, нашли, ладно. Что тут меня опять сейчас кто-нибудь убьет? Так, там туда что-то непонятно страшное, да? Очередная маска, не хочу даже смотреть на это. Так, тут что? Тут что? Что ждет страшного меня здесь? Ничего? А тут ничего нет. Значит, сюда идем. Опять коридоры. Тут ничего нет. Ключей никаких. Тут куски мяса лежат. Блять, мозгов не хватило. Что-то...
интересно положить на эти кроватки. Какую-то парашу положили, реально. Это что такое? Что это за хуйня? Молятся кому-то. Охереть. Ой, ух ты, ух ты. Маска? Тих. Ну-ка давай. Воу. Тихо, дружок. Ты что хочешь от меня? Оба-на. Тёлка. Самая злая домомучительница в районе. Нахуй, еб твою мать, блядь, спать! А я... А как я должен открутить? А, маску не надо одевать, да? Наверное. Это что такое? Рычаг. Бляха-муха. Нет, это говно не переключается. Может, реально надо встать, чтобы она подумала, что я какой-нибудь божок. Божок. Сиськи у этой тёлки. О, маска работает. Во! Давай. Гори. Гори в аду, сука. Вот это круто. И чё, а чё не горит? Чё не горит-то? А, горит? Игра багнутая, капец. Ну, слава богу, всё хорошо, всё получилось. Реально, да, она... Маска эта, она откаблучивает, короче, все негативные эмоции от этой тётки. И она испугалась. Сюда убежала же, вот. Она испугалась, убежала в клетку, и я её замудрючил. Окей, так, мы что, спаслись? Литиум инмей 39. Там, тара-та-та. Так, о, мы вышли на свободу, да? Я многое видел смертей. Ух ты, прикольно. Тут графика симпатичная. Вот задники, прям задники неплохо прорисованы, и тени хорошо работают. Ребят, ну почему вы так... Сделали бы платформер, он был гораздо симпатичнее. Куда ты идешь? Не надо падать. Я не буду читать ничего, ребят. Извините, потому что... И слишком переводится все это. Ой, слишком быстро все транс... Вот это, конечно, жопа. Он там себе куда-то бежит. Я не понимаю, куда он бежит, поэтому упал я очередной раз, да. Не перевожу с английского, потому что не знаю английский, а потому что слишком быстро все это дело они пишут. Еще и говорят. То есть я... Так, здесь надо, наверное... Так, тут... Как-то вот надо регулировать его движение туда-сюда. Угу. Лишь бы здесь какая-нибудь тварь на меня не напала, потому что я здесь очень плохо ориентируюсь. Это что такое? Что это за сатанинское отродье? Охренеть. Можно как-то скриншот такой вот замутить, неплохой. Угу, пойдем. Капканы, ёб твою мать. Я ж тут не пролезу. Как-то вот, твою ж мать. Ну, пожалуйста. Это как? Тут надо прыгать, по-любому никак. Фух, слава яйцам, пропрыгал. Угу. Так. Слушайте, а там что? Нихера тут, я не знаю, что это вообще за место? Вот так чем-то напоминает на Oddworld. Про Эйба, помните игру, ребят? Кто знает про Эйба игру? Напишите в комментариях, кто играл. Эйб. Эйб. Hello.
Wait. Кстати, может быть, когда-нибудь я ее тоже пройду на канале. Что за звуки? Ебать. Может, хватит, а, издеваться. Ебануться, просто ебануться. Так, а здесь я... Каким? Я сейчас, наверное, сдохну тут, да? Мне придется все заново проходить. Ну, в смысле, эту локацию с самого начала. Потому что я могу здесь зайти вот с левой стороны, либо с правой. И как? Ладно, попробуем. Тихо-тихо-тихо-тихо, нихера себе. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это да, нихера, я прошел с первого раза. Фух, ну вы за это должны просто лайк поставить однозначно, ребят. Те, кто смотрит, я вас уверяю. Эта игра стоит того, чтобы за нее ставили лайки. Потому что попробуйте, если вам не сложно. Сами хотя бы половину игры пройдите. Тяжело. Тут надо очень много нервов иметь, чтобы все это дело пройти. Так. Так. Так, я куда-то пришел, не знаю куда. Что такое, забор какой-то. Я прогибаться надо? Куда? Что такое? Что происходит? Ничего, не. Что, куда ты смотришь, Вася? Подожди, я не понял. Он постоянно вниз смотрит. Постоянно смотрит вниз. Тут забор, ничего здесь нет вообще. Куда идти? Камера, переключайся. Я чуть сюда пришел, а толку никакого нет. Где выход-то? Ну даете. Да переключись ты, камера, ублюдина. Ладно, пойдем. Блин, свет не глюч. Здесь тупик. А, вот, ёб твою мать. Я не заметил, что там доска, ребят. Это уже все, психика нарушена. Давай, 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 давай. Тут камера не переключается. Я сейчас уйду, видимо, в тень. И будут титры. Вот что-то ощущение такое, что игры, конец игры уже. Хотя вон где-то вдалеке там что-то моргает. И, скорее всего, это у нас... Всего лишь очередная локация. Мать твою. Так. Ни хрена ты прыгнул. Так, туда налево, да? Спасибо. Налево, налево. Тут у нас что, ничего нет? Хорошо. Ключ. Хорошо, очередной ключик. Там-там-тарадам-там-там-тарадам-та. Ой. Ого, гильотина. Ладно. Твою мать. И как? Нет, он не прыгает. Вернее, он прыгает, но не... я думал, что он, допустим, прыгнет и сразу пригнуться. Но такого не получится. Ну-ка, попробовать вот так раз. Все-таки проще было. Проще сделать было так. Не перепрыгивать веревку, а сделать как раз... Шаг на нее и... Что это такое нахер? Крокодил? А что ты не агришься? Давай, давай, режь, режь! Тинч, 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 тинч. Все, на куски нахер. И главное самому не покромшаться. Не покромшаться. Вот слова-то, господи. Ну, жесть. Ту-ту-ту-рут. Это что такое? Как сюда? А, вот, да. Масленка, да, нахер масленку? Так. Ключ есть, открывай. Пойдем. Крокодила, главное, заметил. Это очень хорошо. Не нарвался на его челюсти. Парам-пам-пам-пам, парари-ра-ри-ра. Я уже прям чувствую, что это конец. Где-то конец.
Где-то рядышком конец. Истина где-то рядом. Давай, ну давай, уходи в закат, все, и... там еще ток, твою мать. Когда это испытание закончится? Когда я уже удалю эту игру с тем, что прошел наконец-то все, видосы запилил. Все отлично. Это что такое? Кнопка. Красная нажата. Зачем мне красная? Мне зеленый горел, что я нажал красную? Окей. Это что такое? Я полез. Хорошо, лезь. Да лезь, говорю. Там ток. Ну. Проползти по ней, ну так я ж сдохну. А, ну он, наверное... Ну-ка. Ну да, он под напряжением. Я думал, что, может быть, надо ждать, пока она там. Нет, она под напряжением, поэтому надо нажимать кнопочку и ползти. Нажимай. Все, теперь ползи спокойненько. Та-та-та-ра-та-та-та-ра. Та-та-та-ра-та-та-та-ра. Очень медленно залазит, очень медленно слазит. Ну, прыгает недалеко. Прыгает криво. Камера не показывает, куда ты, куда он прыгает. То есть, ну... Вот, оп! Все, ползем. Там тарим та ти рам тим 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 там дэ дам тэ дам тэ дам тэ дам тэ дам тэ дам там там тара ти та та ра та ти ра ти та та ра та джа ра джа джа джа. Так, вниз? Ну ладно. Я как бы хорошо согласен. Так, господи боже мой, как это все тяжело. Давайте уже последнюю комнату, или уже все, давайте закончим с этой игрой, ребят, ну хватит, сколько можно, это где-то конец этой игры есть, разработчики, вы где? Это был последний босс или нет? Мне сюда идти надо? Нет, не сюда, не сюда. А, вот сюда. Сейчас я... Ой, как по ступенькам-то быстро бежит, ни хрена. О, это что, ключ? Ключ? У меня нет ключа. У меня нет ключа? У меня нет ключа, вы чё? Как теперь быть? Как быть? Как её мне разлюбить? Я иду... Ой, херасе. Ух ты, прикольно. Только давай я не буду подходить, мне нахер надо. Стрёмно, вот это стрёмная хрень. Реально, это похоже на Jeepers Creepers. Кто смотрел Jeepers Creepers, ребят, первая часть, сука, стрёмная была. Creepers, 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 creepers. Ой, что-то сейчас я думаю, здесь какой-нибудь очередной босс будет, да? Ага. Тут я пробежал прям с первого раза, и это очень хорошо. Ага. Тут очередной то. Ой, что это? Масленка, давай масленку возьмем, потому что уже кончается, как бы пора. Теперь она действительно нужна. Вон аж где ключ. Охренеть. Отключай нахер там что-то. Включай. Чпунькс. Хорошо. Я сюда смогу залезть? Я могу сюда залезть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блять, камера, ты чё? Камера, как ты мне показываешь все это? Как я должен угадать, куда бежать? Просто вот интуитивно куда-то там нажимаю, куда-то бегу, куда-то спускаюсь. Камера, в принципе, сейчас не работает. То есть один рычажок правый, он работает за то, чтобы смотреть за камерой. Но он сейчас не работал. Вот это прям чудо какое-то, что я здесь спасся. Залазь. Там-тарам-там-тарам-та-ра-ра-ра-та-та. А это открывает решетку, наверное. Хрень-то всего лишь навсего. Эти постройки гребаные. Да? Нет. Оно ничего не открывает. Оно не открывает. Бледина. Это баг или что?
Откройте решетку, у меня есть ключ. Пика, ну какого хуя? Так, а я сейчас сделаю проще. Я сейчас перепрыгну, да и все. Нахуй, вот это вот переключение, хереключение. Лезь. Я сейчас туда спрыгну и все, любовь. И даже не умру, вот я уверен в этом. Смотри. Отлично, просто отлично. Ну, я воспользовался, видимо, ситуацией, поэтому так и произошло. Так, где тут? Где втыкать? Хочу воткнуть. Дай, бляха-муха! Вот, вот она дверь грёбаная. Открывай её. Пошли. Ладно, понятненько. Сейчас мы это все сделаем красивенько. Давай, дружок. Беги. Я что-то подозреваю, что это реально последняя серия будет у нас. Ну, либо предпоследняя. Я прям чувствую эту засаду. И это очень хорошо. Прям радуюсь я, что наконец-то я ее пройду. И ручки мои займутся другими делами. Так, сердце. Главное сердце сходи. Где сердце? Давай, где? Что это такое? Бляха-муха, где сердце? Миги. Так, блядь. Давай. 9 секунд. Сука такая, 2 секунды. Все, вроде всех. Нихера себе, 4 человека. Сердце я не взял, но как бы оно, видимо, и не надо. Я вроде как их всех порешал. Вот сердечко, если что, возле. Ну, если что, вдруг я никого не того убил или мало кого убил, оно прямо напротив. Окей. В следующий раз мы это сделаем. Так, а здесь я никуда не бежал, никого не убивал, да? А тут никого и нет. Слава богу. Я сразу побежал налево. И здесь я убил раз, два. По-моему, двоих, да? Так, здесь окей. Поднимайся. Давай, дружище. Мать твою, одного пропустил? Ну ладно. Я думал, он меня не увидит. Там вроде как уже чисто, да? Ключ. Главное, чтобы там, где он стоит, этот монстрик, не было ключей. Ой. Так я и знал. И чё? Ой, прикольно. Ну, я уже не допрыгну, так что пока. Охренеть. Вот она и забагованная игра. Капец, со всех сторон. Чё, с самого начала? А, нет. Посмотри. Так. Стой. Ёб твою мать, прыгать надо. Я думал просто перейти, а нет. О, боже ты мой. Почему все настолько криво, убого? Куда ты полетел, долбоёб? Это просто пиздец. Это просто пиздец. Пиздец. Он промахивается мимо площадки этой и падает прямо на колье. Кусок говна без мозгов. Ну теперь нет, тут надо как-то вниз. Он не держится там. Вообще без вариантов. Окей. Давайте посмотрим. Вот вам очередной лайфхак. Как это сделать? Это тяжело, управляя здесь этим говном, тяжело. Но возможно. Тихо. Как это? Как здесь пройти-то? Во! Ну-ка, чё, прошёл? Блять.
Во! Идем. Отлично. Отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идем-идем-идем, спокойненько. Круто! Мы это сделали, и это было самое сложное, видимо, на этой локации. Так, это что такое? Масленка? По-моему, да беги быстрее ты. Да, масленка. Здесь почему-то она теряется. А вон какой-то камень стоит, от которого, видимо, я сейчас буду бежать, сломя голову. А там капкан, кажись. Ну да. Капкан. Ну хорошо, что они стоят поодаль друг от друга. И... А там что, мина, что ли, лежит? Твою мать. Или что это такое-то? Так, дружище, ну давай мы не будем. Тут... Ой, господи, как тут все замудренно. Так, тут есть что-нибудь? Тут ничего нет. О! Там что-то есть, явно. Но, наверное, туда нам пока рано. Прям что-то как-то мне кажется. Что это такое? Это я по кругу, что ли, прошел? Какого лешего? Ну-ка, иди сюда. Сука, 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 сука. Ебать. Он дятел, реально. Этот чувак дятел. Просто да, блядь, ты дятел. Сука тупая. Он залез на доску и стал головой махать там. Ой, какой же ты долбоёб. Господи, прости. Камень нахуй. Камень. Да, бляха-муха. Направо, 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 направо. Ой, все? И все? Да я ебал. Кто такие вещи придумывает? Стопэ, это что за говно? Это что такое? Да я никогда в жизни туда не допрыгну, вы че? О! Смотри, куда покатился. Ты посмотри, шар-самокатайка. Шар самокатающийся. Так, ну давай, давай сюда пойдем. Ну нет, туда только... А-а-а, блядь! Только туда надо идти, потому что здесь туда проход, я уже понял, это обратно. А нам нужно взбираться сюда. Ну... Что ж я могу сделать? Я не знаю, тут как тут быть, как тут прыгать. А можно как-то опуститься вниз? Нет? Нет. Он, если я нажимаю X, а вернее, он отпускает его, долбоеб. И все заново. Опять камень, да, пускать. Ну да. Я уже молча буду, потому что тут чересчур как-то все подзаебло уже реально под конец игры. Только не умри, ударившись об камень головой, реально, чувак. Ты пиздец, какой-то ты, какой же ты тормоз. Это видео явно для тех, кому старше 18 лет, потому что тут столько матов. Насколько я мог, я все это пообрезал, конечно, но нет. Все, извините, я обрезать не могу. Потому что весь геймплей состоит из матов, блядь. Да прыгай ты, мудила. Посмотри, какой он долбоеб. Он упирается в какое-то говно вечно. Он не может попасть ровно в то, куда я его целю. Ух ты, я сделал это. Я это сделал с третьего раза. Охренеть. Просто очуметь, ребят, очуметь. Вот не, я другого не могу. Все, хватит материться. Я... Иди сюда. Иди сюда, друг мой. Не надо говорить, что там еще один камень какой-нибудь. Нет, слава богу, там ничего нет. Но там еще что-то похуже есть.
Ёб твою мать. Вы чё? Это пиздец. Поздно. Рано прыгнул, поздно выехал. Вы видели, как я это сделал? Не повторяйте так. Больше никогда. Я прошел по лесенкам, вы не видели, как я это сделал. Так что, ребят, ну просто там нереально. Это можно сделать, но это долго. Нудно, заебисто. Я это делал 30, сука, 7 минут. Я пытался пропрыгать по этим ебаным ступенькам. Я вот не побоюсь просто отматериться, потому что это настолько в меня выморозило. А вот это то, что я сейчас сделал, это я просто уже со злости начал прыгать, ну и перепрыгнул. Вот, собственно, и все. Перепрыгнул через эти гребаные ступенечки выдвижные. Я надеюсь, игра не забагует, и я дойду до конца этого, этой локации, этой комнаты, я не знаю, что это такое. Комната. Локации, хуякция, не знаю, посмотрим. Может быть, это уже конец будет. Может быть, нет. Так, что здесь такое? Я сюда, мне надо сюда. Ага, ну я так и знал. С первого раза же никогда ничего не получается. Только надо путем массовых убийств этого героя все это дело делать. Так, мы где получается? Ну, слава богу, что мы пересекли. Я... не против сложных игр, но это здесь нет ничего сложного. Это просто банальная хрень, которая, ну, она... Ох ты, ебать! Нихуя себе, я улетел. Это банальная хуйня, которая из-за кривой камеры, я опять же говорю, из-за кривой камеры и кривого управления, я не понимаю, куда, что, как и где. Вот сейчас он улетел, как, вот какого хуя он так долго летел и как и почему так... вообще, в принципе, далеко улетел. Если бы здесь не было стены, он бы, наверное, вообще пролетел до конца уровня. И все. Было бы так прекрасно. Я прошел, закрыл главу своей жизни. И все. Игра пройдена. И всем счастья, добра, успехов, любви. Ну нет же, нет, нет, нет. Мы играем, мы продолжаем мучиться. Но меня тешит только то, что вы... те, кто хочет в нее поиграть. Те, кто читал обзор. Те, кто скачал ее, купил ее... ребят, и захочет в нее играть, то есть вы сначала посмотрите ее всю, хотя бы урывками мои видосы посмотрите, сколько здесь мучений, крови, пота и всего. Тут нет веселья, здесь нет страха, здесь нет... тут нет ничего, в принципе, вообще ничего нет в этой игре, чему бы можно было так... там не зря пилы-то, кстати. А тут у нас зеленая и у нас ток. Она под током, скорее всего, да, получается? Ну, я думаю, да. Ну-ка. Ну, тока нет. Ну, есть. Но ток как бы не показывается. Но, видимо, есть, да. И нам нужно пробежать через пилы. Ебаные. Ай, с этой камерой я не знаю, как это все получится у нас. Хотя, я думаю, не сильно-то сложно. Ты можешь нормально, адекватно, посередке. Вот здесь зачем сделали влево-вправо? Можно было просто вперед нажимать, и он будет посередине, блядь, идти. Посередине, посмотрите. Сука, разработчики, скачайте Pandemonium. Игра, блядь, на Sony PlayStation 1 была, блядь. Это в миллиард раз круче сделанная игра, чем у вас. Вот в миллиард раз сделана круче. Там камера и слева, и снизу, и справа, и сбоку, и, с, блядь, сверху, и не знаю, со всех сторон она летает. Но, тем не менее, там динамика игры на... динамика игры настолько... это что за, блядь, хуйня? Круто. Это финальный босс? Круто. И где он? И как? Pandemonium. Ребят, кто играл, тот поймет. Она... очень крутая игра, сука, блять, она реально крутая, она реально настолько крутая, что я, наверное, ее скачаю где-нибудь на... у меня есть плейлист, хиты PlayStation. Сука, точно, я даже сейчас себе запишу Pandemonium. Ну-ка, фломастер, блять.
Пандемониум. Пандемониум. Это великолепная игра. Она охрененная. Так, а у нас там этот гребаный боссик. Так, гребаный боссик, который за решеткой, да, сидит? Правильно? Ну да. За забором. Если я сейчас открою, он на меня набросится. Получается, да? У него топор. Это что такое? Хераси. Подождите, что-то я включил. Я наушники один, потому что я... Да ладно, что это? А-а-а. Ты нажимать будешь? Не-н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 е. Тут там же ебаные, блять, в рот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут же эта хуйня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А как? Блядь! Да я никогда в жизни не пробегу так быстро. Бляха-муха. Так, ребят, на этом закончим, потому что мне мое здоровье дороже. И после, наверное, 40 проб и ошибок, и прыганий, блять, и хуиганий, я заебался. Просто заебался. И ну его нахуй. Я отдохну. Приду в себя, успокоюсь и потом пройду этот момент с этой ебаной пиздой, с этими пилами, которые меня постоянно убивают. Так что ставьте лайки за труды и до встречи, ребят, до новой серии. Это, я думаю, это будет, я надеюсь, последняя серия, которая будет, получается, 6-я или какая 7-я. Мне... Короче, пока.